Здравейте на всички. Все знают, что у нас недавно была Стасия. Всички знают, что на Стася была тук. Стась, привет. Здравствуйте, Стася. Она наверняка смотрит или на... будет смотреть. Мисси через или после что И ее приезд это всегда какое-то благословение. И куда у тебя едва виноги брак благословения за нас. И, я уже вспоминал, что ее приезда это постоянно изменения какие-то ремонты. И вспомним сейчас, куда у тебя едва виноги маньяки ремонты. Там ремонт, где она будет жить у тебя а, Вот и благодаря ее приезду вот у нас в квартире случился ремонт, Благодарение новая на това, в ремонт. И мы очень много общались. Много Тоже очень полезное благословенное общение. Благословенное и она делилась испытаниями, которые проходят. Поделила, а, трудности, и, ну, это заставило меня поразмышлять. И это меня накарает да размышлявам. И действительно, вот у нее очень много, что сейчас в жизни происходит. Много нечто не И обстоятельства не позволяют ей вернуться домой. Обстоятельства не позволяло до сих Она сейчас там должна быть в Болгарии. Ой, С... в Болгарии, в Германии. Сега, треба да в Германии. Хочет в Болгарию, но по определенным причинам документальным это пока не получается. В Булгарию, обаче, по не да направи. И вот очень-очень много аспектов, которые, казалось бы, ограничивают ее жизнь. И много фактори има, живот. Но при этом она продолжает радоваться. Но вопреки этого, да радва, служить Богу. Да служи на Бога, доверять Ему. Да доверява, несмотря на обстоятельства. Вопреки обстоятельства коя... което, с... което И я размышлял над этим. Размышлявах върху това, что человеческая жизнь, в принципе, полна разных взлетов, падений. Че человеческая живот и пылен с втигания, падания. Успехов, неудач. С успехи э, и лошие нечта. Что не всегда все идет как по маслу. Не винаги всичко вырви как-то треба. Иногда что-то может буксовать. Нечто может да... да, да теспира, что каждый из нас проходит свои испытания. Нас трудности, и тема сегодняшней проповеди это пройди испытания достойно. И И вот казалось бы мы верующие люди. Не Мы стараемся жить по Писанию. Стараемся по Писанию. Служить Богу. Да служим на Бога. Доверить Ему всю нашу жизнь. Да цели нашей живот. И где-то логически подумать должно быть так, что все должно у нас получаться. И как то логически все что в нашей жизни. Не всегда бывает так, что что-то у нас получается. Но не винаги такая, нечто -то как тут И бывает задаешься вопросом. И гласи, вопрос. Вот за что мне это все? За что справедливость? Где справедливость? Куда за что мне эти испытания? За что мне сослужат есть трудности? Особенно часто задаешься таким вопросом, когда смотришь соцсети других людей. Особенно год углядаешь социальные мрежи на других хорас и задаваешь тези вопросы. И вот казалось бы, человек не верит в Бога, не живет по Писанию. Глядишь, да человек не веровал в Бог, не живет по Писанию, то. Но кажется, что он, не проходит таких испытаний, как которых проходишь ты. Но изглежда читой не вот такие трудности, как у тут. Но начнем с того, что даже наш Господь Иисус Христос сам проходил испытания. и Иисус Христос трудности. Давайте откроем Евангелие от Матфея. Да Четвертую главу. глава. С первого по одиннадцатый стих. От до стих. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения дьявола, и постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок залкал. И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом исходящих из уст Божьих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему, «Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, а ангелам своим заповедать о тебе, и на руках понесу тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею». Иисус сказал ему, написано также, «Не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему, «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Вот видим, что, виждами, что дьявол пытался искушить, искусить Иисуса. Иисус И Иисус приходил три испытания. Иисус именул, именул три испытания. Голод. Глад. Сомнения в Боге. Сомнения в Бог, Быстрый и дешевый успех. А, и успех. Три последовательные стадии. Три последовательные стадии. С которыми сталкиваемся

укрепил свою силу и свою власть. По начин Иисус затвердил свою эту власть и свою эту веру. Во-вторых, это как помощь нам. Второе, твое, как помощь на нас. Что когда мы будем проходить испытания, че, не испытания да? мы будем их проходить не одни. Не сами. Знаете, есть фраза «сытый голодного не поймет». Има один израз, че тоже, който е... На то, -то и вот если бы наш спаситель не проходил эти испытания, а не тези испытания то у дьявола было бы очень хорошее оружие дьявол много у говорить нам, а зачем ты это проходишь? Да казва, че, за что если твой Господь это не проходил, а -твой Господь значит и ты этого не должен Иначе проходить. И, дрява, минаваш. и это очень легко бы подбило верующего человека. Может быть, это бы намолило веру на верующего человек А сейчас мы все понимаем, что наш Господь это проходил. Сейчас разбираем, что Господь именовал испытания. То и мы можем это пройти. Тогда вы не все, что можем, да Знаете, вот сейчас очень такая большая проблема во время евангелизации. Во время евангелизации это всегда имеет такой проблем. Что людей пытаются заманить в церковь. Че хората се упитват да да привлекут хората в другите хора в церкву, говоря, что приди к Богу, казвайки, че, ако дойдешь при Бог, и все твои проблемы решатся, и больше проблем у тебя не будет. Тогда все твои проблемы ще се решат, и няма да имаш проблемы. Хотя Иисус говорил другое. Обаче Иисус е казвал другу. Давайте откроем Евангелие от Луки. Да отворим Евангелие от Лука. 21 главу, 17 стих. 21 глава, 17 стих. И будете недовидимы всеми за имя Мое. И Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна. 16 главу, 33 стих. 16 глава, 33 стих. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир. Будем ненавидимы, гонимы. Чтобы быть мразенными, что не гонят. В мире будем иметь скорбь. в мире, аж ты имама Но Иисус победил этот мир. Но Иисус и победил тот мир. Если говорить простыми словами. А указываемся с убеждением и Проблемы будут. Проблемы, и что я Но Иисус всегда с нами. Но Иисус виноги, что есть нас. Он всегда нам поможет. Виноги, что не ни помогны. Никогда не останемся одни. И никогда не да останемся сами. Давайте вернемся обратно к Евангелию от Матфея. И насы да вирнем ком Евангелию тут Матей. Я уверен уверен, что в зале есть люди, которые проходили те же стадии испытаний, что в проходил залата, Иисус. Че в хора, испытания, что Иисус. проходили голод. Че вот лично я переживал такой опыт Аз жизненный. Опыт в свой живот, когда не знал, буду ли я кушать что-то завтра. Когато не знаю, дали, что я вот, бедность, нужду. Бедность, да я в нужда. Это все я проходил. А, сомнение в Боге. Сомнения этого в Бог. О, это сразу же после того, как приходит какая-то нужда, очень часто дьявол моментально подходит и говорит. Часто, когда ты имеешь нужда, туга в сущности момент дьявол идва и на лесу питва, да, да имаешь, да тебе да, 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 ты Зачем тебе этот Бог? За что тебе Бог? Вот ты выбрал жизнь с Ним. Ты... А жизнь не такая красочная, а как ты хочешь. Не тут тебе искал. И знаете, вот я когда проходил тоже моменты нужды. -то на Бывали моменты, когда вот действительно приходили вот это в голову. И наистина, имах такие мысли в голове И дьявол прям показывал на примере других людей. И дьявола показывавший на примере ты на других хора. Что вот ты выбрал Бога, ты живешь в нужде. Ты избрал Бога и живешь в нужде. Вот вот эти люди. Это у эти хора. Живут без Бога. Живет без Бог. И у них успех. И ты имот успех. И знаете, это такая ситуация, когда очень легко. Твоя такая ситуация. Оступиться и отклониться. Много лестно, да се отклонишь. Но слава Богу, что Бог поработал с моими мозгами, с моим Бога, сердцем. Че Бог и работал с моим то сердце и мой мозг. И я верил, что Бог в будущем мне даст все хорошее. И я сверял, че Бог в будущем что даде мне всичко добро. И вот мы подходим к третьему испытанию, которое проходил Иисус. Именно мы к третьему испытанию, кое-то именовал Иисус. Это то, что проходил или пройдет каждый из нас быстрый и дешевый успех знаете вот в моменты когда есть нужда в моменты, когда, когда приходит сомнение и сомнения вот лично у меня было такое было огромное количество предложений. Лично у проживал кто-то, <coughs> имах у огромно количество предложений к быстрому успеху. Ком бырс успех. Вот одно из последних, одно это было года три назад. Ближе преди три години. Человек предлагал. Человек мне предложи. Левыми схемами, аля там под инвестиции следующее. Не знаю, схеме все одно инвестированы. Отмывать деньги. Да, получал мы чужие пари. И я бы имел с этого определенный свой процент. И бы их получал определен процент. Мне просто нужно было неща. связать с нужными людьми и бла-бла-бла. Просто бла, бла. требовалось, чтобы да сосвержаться с нужными хора. И знаете, соблазн был великим. И соблазн был еще гулям. Когда ты думаешь, а будешь ли ты завтра что-то кушать? Куда ты мыслишь, дали нечто, что ты имеешь заявленное утро. И тебе говорят, что вот ты на следующий день можешь там получить 10-15 тысяч евро. И тебе продолжение, от кое-то можно да получить утро 10-15 тысяч евро. И соблазн очень великий. И соблазн намного много Но слава Богу. Но слава на Бога. Что мое сердце не было закрытым. Чему это сердце не было закрыто? Я подумал, что Бог бы этого не одобрил, и я отказался. И я с помыслил, что Бог не бы искал да 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 участвовал тази сделка, за то вас отказах. Иначе бы вы по четвергам с и ко мне приходили бы в тюрьму служить мне. За что? Пока ваш тяга да едва в затвора четвертый так да служить. И действительно по испыта по прошествию времени. И к ваше время. Я вижу, насколько это было правильным решением. След время видях читва беше решение. Знаете, вот особенно сейчас в наше время особенно мы. Особенно сагаво в нашто время. Все чаще и чаще видим. Все почувству виждеми. Как uh, один за другим арестовывают богатых и успешных людей? Uh, как в в затвора некакви успешни богати хора, которые в момент выбрали неправильный путь? Куйту в определен момент спраха грешни опод

родным близким людям близки хора. я вижу как некогда мои друзья, Виждан, че хора, приятели, которые в свое время выбрали неправильный путь, кой -кой -то в свое -то время избрах путь и в момент у них да был быстрый успех, -маха -успех. неправедный Неправеден. сейчас переживают очень сложные и трудные, времена. Много трудные и сложные времена и в целом и Наша жизнь состоит вот как уровни в компьютерной игре. Иначе животы все равно санивато вы в компьютерная игра. И чтобы перейти на новый уровень. и Идем приминем на следва что у него. Мы должны обладать определенными навыками. Требов доимо мы определений навиций. Определенными умениями. Определение умения. И это все сделано неспроста. И все что твое направлено на потому что если мы быстро будем переходить с одного уровня на другой, за что то, как у меня было бырзо, у него к другому, будучи неподготовленными, когда ты из этого быстро наступит геймовер, и бырзо ты сворачивай играть, и знаете, Бог специально ограничивает где-то нас. нарочно Бог не ограничивал в никакие места, потому что Некоторые вещи которые нам кажутся что в этот момент исправят нашу жизнь что нечто, в же момент живот, сделают ее лучше направят на самом деле они сделают нам только хуже но бог знает что что направят саму пузле и вот как кто уверен в том, что сейчас миллион долларов исправит все его проблемы? Кто уверен, что миллион долларов ты управят не штата за я в живот? Понимаю, что если его сейчас у меня нет, значит, во-первых, я к нему не готов. Я с разбираем человеку, сега не вам значит, не сам готов за И во-вторых, этот миллион мне принесет только больше проблем. И, и то миллион что-то мы дунысе поуче мне как-то понравилось несколько лет фразу услышал а с предыдущих годин ничего ид на один из раз что Богу не жалко нам миллиона Бог на него не может жалко да ти да до един миллион Богу жалко нас миллионом на него может жал нас со сто за миллион потому что вот действительно я задумывался за что то сам замислил года три назад преди три години когда вот я проходил нужду Кулачу очень сильно, нужда, сильно, я вот думал, вот почему, вот я же служу. Я, смысл, нали, служа. я же что-то делаю, я же хожу в церковь. Правильно, я что ходи на церковь. Вот почему мне, вот Бог мне возьмет, не даст, ну, мне не нужен миллион. А с, мне все нужно дать миллион, за что Бог просто не метод и пари. Ну тысяч пятьдесят, сто мне хватит на первое время. Пятьдесят, сто хиляди, что мне И анализируя это все, я понимаю, анализируя кисточку два, астер избрах что эти бы деньги в тот момент, в тот день, пари сделали бы мне только хуже. Ты би меня направили в самом позленье штата. Потому что очень легко любить, и верить в Бога, когда у вас все хорошо. Многоуспешно довериваешь, да добьешься да Бог готов все чко наряд повреживотавим. Но у меня есть огромное количество примеров. Имам огромное количество примеров людей, которые достигая успеха, нахорота кует достигайки успех наоборот отворачивались от Бога. Те сосы отрыпали от Бога. Что очень быстро человек подсаживается на эту ловку дьявола. Чем много бразу человек попадал в капана на дьявола. Что это не Бог тебе дал? Че тва не Бог тебе дал вот эти нечто. А ты сам? А ты сам достиг на това. Что ты сам это все сделал? Че ты всичку сам направил? Также очень часто попадаются люди. Много часто а, видятом хорота, которые говорят, вот если, вот когда у меня будут возможности, когда у меня будут деньги, кое-то указывают, когда у имам возможностей и пари, тогда я буду служить. Тогда же служа. По большому счету это всегда отговорка. И какое это твое самоуправдание? Потому что я также видел очень много примеров. А сам видел много других примери Когда люди достигали вот этого успеха? Когда хорота достигали успех. Но служить они не начинали. Ну ты не вся проду... не вся да служит? Там находились другие оправдания. Мало времени. Ясно, намеряли другие оправдания, ведь и чиня от времени. И другие. И никакие другие. Вообще есть несколько моментов. Имею какую-то Которые оставляют нас на одном и том же уровне. Куда не уставят на одной свежеству него. Гордыня. Гордость нежелание меняться, нежелание да развиваться, улучшаться. Да се, развеем, да се развиваме, да се подобряваме. И одно из самых вот тоже это вот гордыня, можно сказать, когда я все знаю. Едната от, от проявите на гордост и да кажешь Знам всичко. Я очень хорошо знаю Библию. Много добре знам Библия. Я очень хорошо ее понимаю. Много добре я разбирам. Ну как ты ее применяешь? Ну как я а, прилагаешь в свой живот? Можно знать вот корки до корки, но может, применяешь да знаешь, ли это ты в своем сердце? Можно да я знаю, что первая-то, допустим, эта страница, бачи далее премыш в свой тусорцы. Применяешь ли это ты действительно как руководство по твоей жизни? Привлажил ли я как руководство в свой живот? Потому что если ты применяешь, за что я прилагаешь в свой живот? То постепенно, постепенно ты переходишь с одного уровня на другой. Клава постепенно применяла, что ты норто нево ком Еще один аспект того, что остаемся на одном и том же уровне, и одна причина, за что мы на одно и что него, это скидывать ответственность на других. Да на хора. Что вот у меня вот это вот не получилось, или я это не могу сделать, вот из-за него, из-за него, из-за него. Не из могу него. направить нечто твое определенное, или не мисо получалось заради него. Или, или же из-за каких-то обстоятельств. Или ради некоторых обстоятельств. Вот я напомню, что, напомню, что вот на примере Стаси. Като, например, Анастасия. Что она вот, живет в Германии. Живее в Германии. Она не может вернуться домой к родным и близким. Не может, да к близким. Не может легко и просто приехать к нам. Не, может к еще одной своей семье. Да другу тук. К семейству. Она живет там, живет на базе. Живет там, живет на христианская база. В комнате с пятью людьми. В стае со спет хора. На неудобных скрипучих кроватях. На некви неудобнее легла. Она официально не может работать. В целом у тебя не может до работе. Но при этом она не унывает. Но тебя не все расстроило. Не скидывает, что я ничего не буду делать из-за обстоятельств, из-за людей. Тебя не казывает, ничто не надо да править из ради обстоятельств или хора. Нет, так? она всю себя дает Богу. Тебя тебя удава. Целое себе си за Бог. И Бог усматривает для нее все самое необходимое. И Бог за нее И финансы. Я финансы. И яркую жизнь. И живот. И путешествия. И, и, и путешествия. и знаете, вот, она, не помню, свидетельствовала или нет, не у... помню, Стасия, не обессуй, я за тебя это расскажу. Стасия, расскажешь за тебя, а, у нее сгорел ее старый ноутбук. Тя имала лаптоп, а что я себе счупил. И она переехала, получается, она закончила одну школу и переехала учиться в другую. Тя и завершила одна школа, если себе приместила, да учила в друга. И ей был... Там нужен ноутбук для учебы, они писали много разных докладов и прочего. Тя себе нуждаела от лаптопа до да до да пищи некакви доклади. И... А денег не было даже на то, чтобы оплатить учебу, не то чтобы на какой-то ноутбук. Не имала пари просто доплатить обучение. И она молилась, просила я нас молила. молиться. И она верила, что Бог усмотрит и это решение. Ваша, что Бог, что, что решит эти проблемы. И знаете, каково было ее удивление, когда преподаватель одной из лекций и как учу, преподаватель на лекции, подошел к ней и сказал, я вот утром молился. То я И Бог мне сказал подарить тебе мой ноутбук. И Бог мне казал, да тебе свой лаптоп. Даже не просто ноутбук, а MacBook. Не просто лаптоп, а то и MacBook. А все мы знаем, что стоят они. знаем, ко Не дешево. Ты И вот ее проблема решилась. Мне не проблем, все решил. Потому что, ну, она не унывала. Тя не обвиняла никого. Не обвиняла никоим обстоятельства и прочее. А делала все от нее зависимое. Все, что от нее нужно. И, знаете, вот мы вот с ней общались. Не, что вы с ней? И она рассказывала о том, что встречает, сколько она служит, и в Германии, и в Швейцарию их отправляли. И по тюрьмам. you can see that и как восстановление для верующих людей они тоже там организовывали. И, и вот она говорит, что да, мы сейчас живем во времена, когда... Тебе живем в те времена, когда? Ну, большинство людей, особенно если брать Европу, Западную Европу, все, ну, все хорошо. повечето хора, ако взимаме, нали, Западна Европа, на всички хора всичко е наред. И из-за люди стали какими-то И хората започнали повече да се обиждат. Ранимыми. Те са станали чувствителни. И привыкли к комфорту. И са свикнали към комфорту. что у человека, особенно у, вот, у христианина, она приводила примеры, все хорошо, есть стабильная, хорошая работа. пример, что христианин, все на има добрая работа. Семья здоровая, счастливая. Есть крыша над головой. Има покрыв над Могут себе позволить там где-то куда-то уехать, как-то попутешествовать хотя да бы раз в год. Да путешествовать некогда. Но есть какая-то вот у человека мечта или желание чего-то еще большего иметь. Но человек имеет и, да больше. и из-за того, что он этого не получает. Ради этого, не его получаем. Или какие-то обстоятельства мешают ему куда-то поехать. Или обстоятельства этому пречи, да некогда, например. Он впадает в своего рода депрессию. и, то и в депрессию.

И это, знаете, вот это расстраивает вот меня вот сейчас. Всегда то вам и расстроив Что вместо того, чтобы мы, особенно когда имея все, показывали вот эту радость Богу, делились с людьми вот этой радостью, вот этой любовью. Чего-то им вообще все, требовало, до да смешного счастливее, до да сподели мы та же радость со схода, до да показывали, как у велик в нашей жизни. То ставя вот такие вот как бы предпочтения в материальном. Убачи, как это акцента акценты в материала, или каких-то житейских аспектах, или житейские, э, а, аспекты, мы отдаляем или упускаем возможность кому-то засвидетельствовать или поделиться вот этой Божьей любовью. Не испускаем или удаляем возможности, да споделимся с някой, а, да за Бог. Что верующий человек может посмотреть, то, человек может да погледне, и, ну, он видит, что все хорошо той вижда всичко наред. Но при этом он видит, но все равно человек какой-то нерадостный. Бачи, вижда, что че человек не радостен. у человека логическая сразу приходит мысль, а зачем мне тогда ваш Бог? И нали, ты не веришь, человек видит такие христиане, то может да помыслить, за что тогда мне нужен ваш Бог. Если я, будучи в тех же обстоятельствах, когда у меня тоже, в принципе, все есть, но что-то внутри мне все равно не дает радости. Если я набираю во все, что в состоянии, имаю все, но не сам радостен, Зачем мне ваш Бог? Я лучше уйду в другое место. За что мне треба Бог? Просто уж ты уйду в другое место. Я это печально. Твоя печаль, Знаете, вот э, Иисус нес свой крест. Иисус и носил свой крест. В любых обстоятельствах. Во всяких обстоятельствах. В фильме «Страсти Христовы» очень хорошо показано. Во фильме «Страсти на Христос» много добрее показано. Его били. Саго, Закидывали камнями, плевали. Камня вверху него, перед этим вообще жестоко избили. Но он нес свой крест. То и носил крест. Вот помните, что говорится в первое послание к Коринфянам? Десятая глава, тринадцатый стих. Давайте откроем, вспомним. «Вас постигло искушение, не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемы сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести». Знаете, вот эти вот слова были моим девизом, когда я проходил вот те трудности, которые я проходил года три назад. И яс, когда у вах трудности, про три года то, за что их, то, за из раз собил мото в моё живот. Знаете, тогда был момент, что я три года не ездил домой. И три года не ту гавань себе что ну, не было возможности. Не возможности Я жил в офисе, в котором работал. Живей в офисе, в из, и, и Я не мог увидеть своих родных, близких, лучших друзей более там, трех лет, три с половиной года. Повы, три 3 не повына, не можешь, да видя, близких, ты, свой, ты, и вот как я говорил, что дьявол приходил, пытался мне дать вот эти сомнения, искушения, чтобы я от всего отказался. И что Но читая, даже не просто читая, а изучая Библию, как нам в Духовной Академии говорят, что вы должны не читать Библию, а изучать Библию. Читайки, как в Духовной Академии. Я принимал это, я понимал, что если я это прохожу, а спрех премах твоя и разбрал, че я уминал вам сечку? Значит, я все это выдержу. Значит, битря воды издержу. И действительно, спустя время я смог поехать домой. К тому же на малку время я успел до да прибера в куртке. И жизнь наладилась. И мой живот из-за почему до да подобрява. Хотя три с половиной года. Убаче нали в три гудини. Можно было половина, очень легко уйти в какую-то депрессию. Бих могло много лесно, но до да испадна в депрессию. От всего отказаться. От сечку до да себя откажа. Но знаете вот я только молясь мне бог дал такую мысль молит, бог мне что отпусти вот прошлое и те обстоятельства. Просто, это уже не изменишь. Пусть минуту, у то, за что, не можешь, что надо жить в сейчас в настоящем, чтобы в будущем за, 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 будешь тету, ты смог его сделать таким, каким хочешь. Да направишь, такое будешь, такое, искаж. Вот сегодня Олег Григорьевич говорил, Олег имейте Григорьевич веру сказал, Божью. Имейте Божия, это вера. И если мы будем жить прошлым а, вот как было, было в прошлом жить какими-то обстоятельствами которые и скидывать все на них зависимо от обстоятельств то дорогие и братья и сестры наше будущее очень печально тогда, тогда вырисовывается. Будешь, будешь печально -то тогда стимами. то чего мы хотим это что-то тугаво, кое-то не из Мы его и не получим. Не я могу получить. Мы будем топтаться на одном уровне. Не, что будем на одно из всего что него. А даже скорее всего мы откатимся на пару уровней назад. Имею вероятность, что да уйдёшь ты на пониженного. И тогда мы переходим на другую очень опасную тропу. Тогда, что попадем на едину опасный под. Когда полностью разочаровавшись. Се это сейчас может казаться, не, 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 это невозможно. Может быть, в моментови сестрой вообще невозможно десоразочеровывать. Но капля по капле. Ну капка с капка Мы видим, что вода делает с камнями, как она их как точит. Вода то правит со каменьи. Так же и тут дьявол будет каплю по каплю бить в одно место, и в одну точку. С една в и тут у дьявола, то что со седна капка, всякие подшты в одно и то же И тогда. И тугава мы не заметим, как возьмем и похулим Бога и Духа Святого. Давайте откроем Евангелие от Матфея. 12 главу. 12 глава. С 31 по 33 стих. От 33 стих. «Посему говорю вам, всякий грех и хула да простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится Ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится Ему ни в всем веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим. Или признайте дерево худым, и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду. Вот задумались ли вы, почему хула на Иисуса, вот проститься, а хула на Духа Святого нет. Замислили ли, если за что хула то против Иисус, что если прости, а против а срешту святия Дух не да ямодисяпрусти. Я вот задумывался. А сам себя замислил? И пришел к тому, что рано или поздно человек даже если скажет что-то против Христа. И твой дух какому-то таков, извучая дуряку, некого человек кажет нечто срешту Христос. В принципе, мы это слышим везде в мире. Очень многие говорят, его не было. Много често господин, чува мы его смирал все что, за что тот некой хоре не не есть что-то Или он был обычным человеком? Или, че, был обыкновенный человек? Или все там было подстроено, там шарлатанство и прочее? Или всячку твои, и была одна из мама? Я даже э, слышал такую версию, очень одно время расфорсилось в интернете, что. Что есть смешная версия, имела я в интернете в то Что время. Иисус это человек, который пришел из будущего в прошлое? Че существует человек какой-то души, утбольшего в минуту И уже зная, как управлять умами человека, все это подстроил. Ведь, что знаешь, когда управлял, умывительно хорота, всечку и нарядил, даже слушать. Было очень забавно это слушать, что человек действительно таких на серьезных шах, это все на большую аудиторию это все и рассказывал. И много. еще интересно то, да что человек просто много серьезно говорил, рассказывал на голямой аудитории. Ну вот. Даже вот лично я был момент, когда я говорил, что ну, Иисуса не существовало, ну, Но не и было и такого, это все выдумки. Но нет, пришло время, время и я увидел подтверждение этому. Видях А почему хула на Духа Святого не простится? за против святи Знаете, я тоже размышлял над это, потому что говорится, что Бог нас любит, Бог нам все простит, если мы искренне покаемся. А твой Бог не Я вот пришел к тому, что хула на Духа Святого. Я стой доком такого звучит, че против Святия Духа это уже тот момент, когда мы закрываем свое сердце. Твой сердце Полностью. На полну. И получается, что Дух Святой уже никак не может на нас подействовать. И по воздействовать вверху нас. И поэтому уже мы не будем прощены. Да будем потому что мы и не покаемся, у нас сердце закрыто, Ням, и за Духу что... Святому некуда, ну, некак действовать. За что досыпаем да и святый дух не име как-то да может воздействовать. Да Потому что фактически очень многое, что делается дух св. Вот совесть, которая есть у человека. Совесть, которая у человека. Это дух святой. Твоя святыя дух. Который призывает, говорит, вот здесь ты сделал не так, здесь ты сделал не так. Какой-то тип и тип указывал чего-нибудь, то несёт направление на рит в некой ситуации. А когда человек это говорит? Когда человек указывает. Все, он закрыл свое сердце. сердце то, сердце и Дух Святой уже не может действовать. Если Он хочет, духу не может действовать, то иска, но мы это не позволяем. Не, не и вот поэтому очень важно, ногу важно не отступать, да, не, не отступ, топтаться да, на да, одном месте. Да, на одно, анализировать свою жизнь. Да, анализировать свой живот. Почему это так? За что со случай такая? Иногда это то, что мы должны пройти. Понятно, то, не Чтобы получить определенные навыки, определенные умения. За определенные навыки и умения. Определенно развиться духовно. Определенно да се духовно. Вы знаете, я когда сел и проанализировал, почему я живу в такой нужде. Когато седнах и анализирах, за что живея в такова нужда. И спросил Бога, не за что мне это все, Попитах Бог не за что ми се случи това. А где я сделал что-то не так? И, го, нещо, нещо треба. И Бог мне сразу же показал моменты, где я сделал что-то не так. Бог ми момент, никак... И не это меня привело да к определенному результату. И това до определен результат. А где определенные определенные действия, определенные плохие события? И показал мне, где определенные действия или а, лошадь события были нужны чтобы я чему-то научился нужны чтобы я чему-то вот развился где-то что-то выучил что-то новое для себя понял мога да се развия, да разбера нещо ново за себе си. И тогда я самый большой аспект понял, что мне очень нужно было начать развиваться духовно, что я долгое время топтался на одном месте. тогда мне важно разбрах, что требовалось да развивам, да се развивам духовно, за что-то стоях на одном месте. Тогда у меня появилась вот эта вот тетрадочка. Тогда появилась эта тетрадка. Где я начал записывать откровения. Откровение. Проповеди, Проповеди, темы на молодежке, библейки Темиды и за прочее. Молодежки за библейское учение. К сожалению или к счастью, она уже заканчивается, за нужно новую покупать. Или за радость, я слушаю, я требую, новое. И знаете, я иногда люблю ее перелистывать, перечитывать. Причем, да я читаю, как писал «приди», и очень так сердце радуется, когда я читаю первые страницы. И вспоминаю те времена. И вспомним за времена. И, вот, знаете, тогда я понимаю, насколько я был вот на краю. как бях на крае на рыба. Где шаг влево, шаг вправо. В и то, что у меня есть сейчас, его бы не было. И това, ты имам сега, не я имам. был бы очень далеко назад. Бих, бих бил, тугава бих, бил много я назад. бы не то чтобы топтался на одном уровне, я и бы откатился и... еще дальше от того и уровня, который до я достиг. И, и понимаю, что у меня бы не было жены красивой и хорошей не было бы замечательной дочки. Не было вот столько много молодых, красивых друзей, ребят, наставников. Наставницы. И я понимаю, насколько важно не засиживаться, не задерживаться в этом таком положении. Разберем, вам в одно положение. Жертвы. В положение на жертвы -то. Потому что сейчас изо всех щелей за что Защото сега в всичките места очень даже так про пропагандируется, вот, что вот мы жертвы, меня обидели. Можно сказать, что все пропагандируют, что не мы жертвы. Все вокруг Они виноваты, мне все должны. Все виновные, все недолжные. Но это вот как раз таки уловка дьявола. Твоя капана на дьявола. Чтобы вы не достигли того, что вам приготовил Бог. Чтобы не достигнуть того, что подготовил Бог за вас. Знаете, вот мы

очень большая вещь. Твое означает, что Бог подготовил за вас на что много гуляем. Что вам нужно быть готовым к этому. Задобудете готовы за Твоего. Он все делает для того, чтобы вы подготовились. То есть правильно, всючку, вы будете готовы за Твоего. Что когда это придет. И куда Твои дойдут? Вы такие: ха, я с этим справлюсь. И вы, что, говорите, что я справился Твоего? А не, когда это придет, и вы в панике все это растеряете. Или Обратно, если не сдеть готовый, то все что сдойдет, еще что-то изгубить. И еще больше усугубить ситуацию. И еще больше что-то впущит Потому что еще больше придет сожаление Из-за чего то еще больше сожаления, что сдойдет в животе. О том, что, блин, у меня была эта возможность. Что созреть то, что имел или та же возможность. Я достиг того, чего хотел. А достиг на твоих исках? но вот я провалился. Ну а не успех. И человеческая натура настолько, что чаще всего люди говорят, это не потому, что я был не готов и виноват. Это потому, что вон тот виноват, то виноват, и те обстоятельства а, виноваты. же человек, или он виновен, или обстоятельства А виноват. я молодец. Но аз, эм, аз бях достаточно за И давайте, братья и сестры, будем бодри, бодрствовать. И нека, братья сестры, да Будем достойно проходить свои испытания достойно И будем нести свой крест. И доносим свой Несмотря ни на что. и на И донесем этот крест до самого победного конца. И до края, Потому что не начало красит, а конец. не то края. Давайте помолимся, склоним Некоторые свои помолим. Дорогой Господь, я Сколько благодарю Тебя Боже, за это время.

И как да как найти това. выход что нужно сделать чтобы все это решилось как, да исход, как да реши. открой наши сердца на то чтобы дух святой действовал через нас и в нас Утвори наши сердца, дух, да действовал в нас и через нас наполни наши сердца любовью Исполни наши сердца с любовь. залечи господь все наши душевные и сердечные раны Исцели душевные и сердечные чтобы раны. мы могли эту любовь принимать и накапливать Не, да можем любовь

Дай нас, дай нам Наполни, нас любовью, Наполни нас с любовью, чтобы мы смогли эту любовь распространить на весь мир. можем любовь, на Дай нам понимание и мудрости быть действительно инструментами в твоих руках. и мудрость, знаем, как И мы молились с любовью и благодарностью во имя Иисуса Христа. Аминь. Господа, слава, прославим Его.